Рад вам, зрители канала «Заметки нумизмата». Продолжаем наши встречи. И сегодня поговорим на тему специальных выпусков монет. Значение нумизматики как предмета коллекционирования и как в определенной степени продвижения государственных идей ценилось во все времена, при любой власти, не исключение здесь, конечно же, и советское время. Можно сказать, что уже в 20-х годах, при самых первых выпусках советских монет, практически все номиналы, возможно, все, выпускались в специальном коллекционном качестве, полированном исполнении, то, что можно назвать пруф. Причем выпускались ничтожно маленькими тиражами. Даже в крупных коллекциях такие монеты, если были представлены, то в виде единичных экземпляров некоторых отдельных годов. То есть подход, ну, чрезвычайно грамотный. Хотя задача 20-х годов была, в первую очередь, насыщение твердой монеты обращения, но не забывали о коллекционной составляющей, производили инструменты для улучшенной чеканки, производили, соответственно, монеты, но настолько крошечными тиражами, чтобы цена этих монет была самой наиболее высокой из возможных. Эти монеты и в наши дни являются редчайшими раритетами. С годами, конечно же, выпуски специально для коллекционеров несколько увеличились, ну а требования, может быть, несколько снизились. И тем не менее, вот в данном случае мы тоже можем с вами увидеть такой вариант монет. Кроме обычных монет для обращения, выпускались и готовые коллекционные варианты в коробочках, либо в запайках, в данном случае в пластиковой запайке. И представляю вам комплект 1973 года. Сами по себе монеты, ну особенно никелевые 20, 15, 10 копеек этого года, хоть в общем и все номиналы этого года в хорошем состоянии, очень-очень редки и стоят больших денег. Но при этом выпускался еще и улучшенный вариант в таком вот улучшенном качестве, который часто называют бриллиант анциркулейтед, и именно в запайке. Поэтому у многих коллекционеров монеты 1973 года даже представлены в двух вариантах. Вариант из запайки, целиком, как в данном случае представлен готовый вариант, либо уже поделенные на отдельные ячейки, вставленные далее в предмет хранения, альбом это или мюнцкабинет. Но также представлены и монеты 1973 года из обращения. Это касается любого другого года, просто в данном случае 73-й представлен вам как год очень редкий. Если вам где-то, может быть, случайно в каких-то коллекциях или в кучках монет попадаются вот такие отличающиеся по внешнему виду блестящие монеты, в хорошем исполнении, с почти зеркальным полем, а может быть даже и монеты в готовых запаечках, может быть даже разрушенных, поврежденных запаечках, но видно, что тем не менее монета была запечатана, не проходите мимо. Вполне возможно, что вы имеете дело именно с монетами для коллекционеров, монетами улучшенного качества, а такие монеты иногда попадают совершенно случайно и в скупке цветного металла, и просто в обыкновенные скупки старьевщиков, причем по совершенно смешным ценам, не учитывающим их состояние, их качество, и тем не менее вы можете стать обладателем раритетов. Например, вот монеты 20-15 копеек имеют цену выше 5000 рублей. Сам такой комплект стоит около 15 тысяч, а вот отдельные монеты чрезвычайно редки и найти их невозможно. И составив такой комплект из отдельных монет, вы можете заплатить даже большие деньги, чем купив готовый. Поэтому еще раз призываю вас, смотрите внимательно на монеты в каких-то кучках, которые можете увидеть у старьевщиков или на рынках. Там иногда в таких кучках попадаются настоящие шедевры и раритеты. Об этом еще неоднократно будем вам напоминать. Бывало такое, что из советских копилок или каких-то коллекций тоже монеты, вытащенные из запаек, попадали в обращение. Бывало и такое,
шаловство ли это детей или какие-то семейные необходимости, но иногда такие монеты в улучшенном состоянии просто ходили среди прочих и лежат в кучках, ждут своего обладателя. Будьте внимательны, просматривайте монеты, которые вам попадаются. Иногда в кучке, казалось бы, самых простых советских монет 70-х, 80-х годов можно найти настоящее сокровище. Удачи вам, до следующих встреч, подписывайтесь на канал, всего хорошего.